Все, Альбертик, едем домой, к мамочке. Мамочка дома ждет. Первую встречу отца с сыном мы снимали 8 лет назад. Молодой папа не мог сдержать слез. Роды у жены были долгими и трудными. Врачи сделали кесарево сечение. Малыш родился здоровым, а вот с мамой случилась беда. Отказали ноги. Отец семейства еще не знал, что ему предстоит пройти. Но уже тогда решил не отступать и идти до конца. Бороться за свою семью, за справедливость. 9 лет упорства принесли свои плоды. Семья Смирновых, собрав все доказательства, отправилась в суд. Они подали иск на возмещение морального ущерба в размере 8 миллионов рублей. Первое слушание уже состоялось, второе намечено на 9 марта. Но это еще не все. Нижнекамская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении экс-заведующего анестезиолога реанимационного отделения Нижнекамского родильного дома. После операции в ходе удаления катетера был поврежден кровеносный сосуд, что повлекло за собой кровоизлияние. Ввиду того, что не были своевременно предприняты экстренные мероприятия, у потерпевшей развились осложнения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело передано в суд. Алсу Арсланова, Евгений Лазаев, новости НТР.